Привет, народ! Сегодня у нас обзор на вот эту вот прикольную штукенцию с AliExpress. Ссылку я дам в описании под видео. Там советую посетить страничку селлера и как минимум проверить цену, так как этот чувак действительно не жадный и частенько делает скидки процентов в 20-30 от рыночной цены на AliExpress. Ну, средний. Поэтому я вот взял по скидке и на сэкономленное купил себе чупа-чупс и кое-что еще. В общем, прикольно, потратил свои денежки. Ну, у богатенького Буратино всегда есть выбор, как потратить свои денежки, поэтому это и не удивительно, что я их потратил. Приехала посылочка супер быстро, буквально 2 недельки, и она уже была у меня в городе. Я ее, правда, еще неделю забирал, так как в городе она-то была, но на его другом конце. Транспортная компания немножечко перепутала мое местоположение. В общем, появился я в том районе, забрал и спешу поделиться с вами своей радостью. Посылочка прикольная, вещь классная, культура исполнения наличествует, ни заусенцев, ни каких-нибудь там дефектов покраски, например, чего-нибудь такого. Выполнено классно и добротно. Упаковка была вообще целая, будто прям там в отделении выдачи и запаковали в каморке, и тут же мне отдали, будто посылка я не проехала пару тысяч километров. Мне это очень понравилось. Такое бывает, но не очень часто. Мы с женой покупкой довольны. Вещь классная, свои функции выполняет исправно. Ссылочка на нее в описании под видео. Советую перейти и оценить.